Привет, всем здравствуйте. Я сегодня проснулась, время было 8:47. Но мне хотелось немножко полежать, поспать. Вот такие дела. Что я хочу сказать. Сегодня я сейчас... сейчас я отпущу попугайчиков. Сейчас я отпущу попугайчиков. Потом буду сделать, потом завтрак. Вышивать и читать потом буду я. Вот такие дела у меня. Я сегодня вчера легла. Время было где-то около 12. И быстро заснула. Сегодня решила дать себе волю поспать. Потому что мне организм, надо его немножко это сделать, чтобы он был хороший организм. Пока не буду вышивать. Потом это повышиваю, часов 3 буду вышивать. Успеется. Вот такие дела. Ой. На улице холодно. Но все равно будем гулять на улице. Хоть немножко, но пройдемся хотя бы. Зима это пришла. Хочу вам стих рассказать про зиму. Зима идет. Зима. Весна идет. Но на улице холодно, ветер шумит. Все время люди куда-то бегут. Вот такие дела у нас. Смотрите. Там творится на улице. Смотрите, что там творится на улице, видите? Что там творится на улице? Ветер шумит. Просто ветер просто промозглый. Понимаете? Ветер просто промозглый. Но все равно буду надеяться, надо немножко выйти на улицу прогуляться. Вот такие. Всем пока, всем до свидания. Пока. До свидания.